В аптеке Мария Анхелес покупает своему сыну не лекарства, а мобильное приложение. Это Esporte Revolution, и оно также имеет лекарственные свойства. Una aplicación en formato juego, juego de salud, que promociona la actividad física y los hábitos saludables en niños. Мануэль – один из создателей приложения. Он предлагает детям приключенческую игру. Нужно спасти мир от инопланетных завоевателей. Сделать это можно при помощи Esporte – специальных спортивных молекул, воздействующих на пришельцев. Ya coge la tableta con el fin, cuando llegamos a casa me pide que, bueno, que mamá, vamos a ver cuántos deportes hemos ganado hoy, cuántos trofeos. O sea, para él es súper divertido. Como nosotros sabemos su peso y su altura y su edad, calculamos una serie de cuestiones que nos hacen saber el esfuerzo que le ha supuesto a ese niño a hacer esa actividad. Con ese esfuerzo le premiamos más al que más esfuerzo ha hecho. Так незаметно в игре дети начинают больше двигаться и, соответственно, сбрасывать лишний вес. Согласно данным Испанского агентства по потреблению, продовольственной безопасности и питанию, в результате сидячего образа жизни, среди прочих причин, 44% испанских детей в возрасте от 6 до 9 лет страдают ожирением. Decidimos hacer que las pantallas, en vez de ser una barrera, fuera una palanca de cambio de sus hábitos y entrar a través de las pantallas para motivar a los niños a que hicieran actividad física. Приложение, разработанное в строгом соответствии с медицинскими требованиями, предназначено для устройств iOS и Android. Существует также версия для взрослых, потому что даже для больших игра – хороший способ улучшить собственное здоровье.